Печка Гефест на улице. Видно, да, под открытым небом здесь все. Вот у нас Гефест сетки. И вот у нас, пожалуйста, поверхностная ржавчина на чугуне. Кто говорил, что там чугун не ржавеет? А вот у нас печечка Везувий. Те же самые условия. Рядом стоящие две бани. Вот такой же козырек. Что там, что там. В общем-то, условия совершенно одинаковые. Печки ставили практически в один день. Погодные условия одни и те же. Но здесь мы видим только элементы. Небольшие ржавчины. Нет такого большого пятна, как на Гефесте. Вот. Ну и на ощупь, конечно, чугун более гладкий. Более такой вкусный, я бы сказал. Вот, в отличие от Гефеста.